Там был баг, что псионы появлялись слишком быстро, с их точки зрения. А, то есть это был Было. баг, блядь. Вот Да, этой это был активности баг. полгода. Но это был, блядь, баг. Хуенно. И мы с тобой мучились, пиздец. Я говорил, что они появляются как. Убрали баги в удаленных рейдах. И да, Да-да-да, там убрали будет баги в отдельная удаленных рейдах. страница. World of Glass устранен баг с Этеоном, да. Ебать, это что? Она залетела на это время. Нихуя себе, блядь. Я говорю, вот это Ксимапик, блядь. Блин. Ты зачем его убил? Да и вон вылез, блин. Башку свою подставил тупую. Ты правда хуяк, блядь. Блядь, чем ты просто? Снайпер. Одним выстрелом такой, хоп. Будто бы специально. Я Ну, говорю, вот... я надеялся, что он выхлоп попадет, этот один выстрел. Ну там по килкам вообще не скажешь. Блять. Как мне тебя защищать сейчас, если тебя убьют? Меня в ответ убивать или нет? Потому что выглядит это не очень. Но тебя подставили, я согласен. А, еще написали, что терминистера починили, но порталы то, что не открываются, не починили. Вот, сука, он и включил еще. А у нас нормально. Нормально. Да, я даже проверил, типа, я не стрелял по этой хуйне, она нормально залегала. Пишут, что если с пистолетика пострелять, то все. А, с пистолетика я не пробую. Бля, пиздец, что там происходит? Я дебнул еще. Да где они? Ай, на первом. Блять, я не могу, это какой-то трэш. Бля, долбоёбы. Бля, Сем, я, кстати, на работе сказал коллегам, говорю, слушайте, мне тут друзья сказали, что у меня смех похож на смех Микки Мауса. И мне коллега такой задумался и говорит, ну что-то вообще есть, да. Там даже не смех именно, а манера говорить. А, даже так. Я даже добежать не Сейчас успел, Питер да? Нос говорит фразу и потом такое. Да. Ага. Ебать, он вообще вас не убивал. Просто на вас смотрел. Бля, записать, что ли? Как я тиммейта грохнул? Сохранить короткий клип.